Главное богатство края – это люди. В справедливости этой фразы сегодня можно было убедиться в правительстве региона. Там, накануне Дня города и края, на торжественной церемонии самым достойным жителям Ставрополья вручили федеральные и краевые награды. Простые труженики и руководители, бизнесмены и аграрии, чиновники и общественные деятели получили медали «Герой труда Ставрополья» за заслуги перед Ставропольским краем, за доблестный труд, а также благодарственные письма президента России и региональные премии. Всего наградили 35 человек. Знаки отличия им вручили губернатор Владимир Владимиров и глава краевого парламента Геннадий Ягубов. Я хочу пожелать, чтобы, когда мы выйдем из этого зала, вы, ваши дети, внуки, родные и близкие гордились тем, что кто-то воспитал, кто-то является сыном или дочерью, супругой, женой, да и просто знает вас, как людей, которые служат своему Отечеству. Я вас всех поздравляю с заслуженными наградами, и я поздравляю наш Ставропольский край.